Дай мені. Давай. Рожеві, знову рожеві, зелені, червоні, круглі, прямокутні. Ну, це я про сонцезахисні окуляри, які нарешті можна носити. Примірь. Дякую. Знаєш, навіть у Тутанхамона вони були. Два темних скла, треба ці зняти. Два темних скла, об'єднані дротом. У Тутанхамона були сонцезахисні окуляри? Так, звісно. Ну, я думаю, не такі. От як обрати стильні окуляри, аби не осліпнути? Чи є різниця між цими дитячими аксесуарами за 25 гривень і за 80? От, мені це теж цікаво. Про це дізнавався наш модник Артем Шолковий. Защита от солнца или прямой путь к катаракте? Сама пластмассовая оправа могут вызвать аллергию. Линзы, тонировка, знаки на этикетке. Как выбрать солнечные очки, чтобы не лишиться зрения? Может сжиматься, передавливаться кровеносные сосуды. Аллергия, дерматит, головокружение. Какие последствия очков Made in China? И как выбрать очки, чтобы не быть похожим на насекомое? Он думает, что он на Бельмондо похож. Ядовито-розовые, с цветочками. Пройдут ли тест очки, которые подсовывают вашему ребенку? Ненадежная, хлипкая и опасная для детей. Ой, очочки, очки. А вы что выбираете? Что в тренде по-вашему? Сына выбирает. Сына? А что для вас важно? Больше стиль мода, больше. Стиль мода. Мы понимаем, что это не защита, но тоже хочется. Я затарился очками, взял дешевые и подороже, а также парочку детских. Одни за 25 гривен, на них откровенно написано, что китайские, другие за 80. Проверю, насколько они качественные на специальном аппарате. Аппарат определяет, какое количество ультрафиолетов могут они не пропустить. Вердикт экспертов и результаты проверки детских очков чуть позже. На дешевых раскладках очки покупать нельзя. Почему? Потому что, если вы мне зададите вопрос, я не ношу дорогие очки, я ношу только дешевые очки, вот здесь я скажу, лучше не носите никакие очки. Выбор очков сегодня просто зашкаливает. В этом изобилии выбрать хорошие и за приемлемую цену миссия просто невыполнима. Я не ношу солнцезащитные очки. Объясню, почему. Не надо. Не надо. Это плохо? Это похоже мне? Да, вы можете посмотреть на мои глаза. У меня, к сожалению, вернее, на кожу вокруг глаз, у меня, к сожалению, тоже такая же дурная привычка. Я очень не люблю носить солнцезащитные очки. Это однозначно плохо. Мы рискуем, во-первых, преждевременно состариться. Если не хотите морщин вокруг глаз и чтоб ультрафиолет повредил вам зрение, тогда давайте выбирать очки вместе. Начнем с оправы. Думаете, фигня? Не сомневайтесь, плохо подобрана оправа грозит последствиями. Может сжиматься, передавливаться кровеносные сосуды. Человек после получаса-часа ношения очков может ощущать боли, да. Либо головные боли, головокружение, либо боли вот здесь вот в самой вот этой верхушке ушной раковинки. Очки не должны сжимать, придавливать или тереть. Они должны идеально сидеть. Эти не сидят совершенно, они лежат на щеках и за ушами и давят вам темпоральные, височные части, поэтому это, конечно же, не ваши. И на переносице совершенно не сидят, передавливают, давят. Ну, да. Вы знаете, за что я люблю Светлану Николаевну? За правду. Чтобы очки не были для вас болью, есть беспроигрышные варианты. Есть вот такие очки с нерегулируемыми носовыми упорами и регулируемые. Регулируем носовые упоры. То есть прозрачные. Прозрачные, да, прозрачные. Они регулируют посадку и оправа комфортно прилегает. Металлическая или пластиковая оправа одинаково неплохо. У металлической оправы есть небольшие недостатки. Зимой при лютых морозах она будет ледяной. При теплом летнем солнышке она будет не кисло нагреваться. В пластиковой оправе другой недостаток – качество материала. Если очки имеют специфический запах пластмассы, бегите от них подальше. Краситель, который введен в пластмассу, и сама пластмассовая оправа могут вызвать аллергию, аллергический дерматит, который потом нужно будет лечить. Морская болезнь.
Если вы одели очки, и вокруг земля все кажется вам выше или ниже, знаете, у вас не просто плохие очки, а очень плохие очки. Такое чувство может возникать, если линзы очков из некачественного пластика. Недорогие, которые сделаны в подвале на Малой Арнаутской или в Китае, то есть там используется просто притененная пластмассочка с очень яркой какой-нибудь оправой. Извечные терзания – пластик или стекло, стекло или пластик. У каждого есть свои плюсы и минусы. Безусловно, пластик. Я за стекло или за дорогой, очень качественный. Пластик. Сейчас более популярны пластиковые линзы. Во-первых, они гораздо легче, а тяжелые стеклянные очки обязательно оставят на носу неприятные следы, что не очень эстетично, согласитесь. Во-вторых, пластик более устойчив, чем стекло. Кстати, именно из-за травмоопасности в некоторых штатах Америки стеклянные линзы продавать запрещено. Недостаток пластика – быстро царапается. Кстати, поцарапанные очки нельзя носить ни в коем случае. Ваши глаза будут фокусироваться на царапинках, и поход к окулисту в ближайшее время обеспечен. Светлые, не очень темнющие. Оказывается, существует три категории затемнения очков. И представьте, есть разница, когда какие носить. Первая группа – это где-то процентов 10 тонировка. Она рекомендована в сумеречное время, то есть не яркие, то есть больше имиджевые очки. Второй цвет, вторая степень тонирования – это 20-30%. Уже рекомендованы в пасмурную погоду при дневном, освещение. Если вы собрались на море, берите очки с тонировкой 80-90%. Они помогут справиться с агрессивным солнечным светом и бликами от воды. А цвет линз, между прочим, надо подбирать не под одежду, как вы делаете, девушки. Оранжевый, розовый – это более стильный аксессуар, который как бы как вторая пара очков. Красный, он более контрастный. То есть психологически вы можете почувствовать недолго носить как этот аксессуар, потому что очень ярко, очень контрастно. То есть, можете, да. Лучше всего, чтобы линзы были зелеными, коричневыми или серыми. Зеленый считается цветом лечебным. То есть он более успокаивающий цвет. Он рекомендован, зеленый цвет, при некоторых заболеваниях глаз, таких как глаукома. Серый обладает свойствами также более спокойными. Да? Человек видит контрастно, но спокойно. Коричневый является более ярким цветом. Дальше. Результаты проверки очков разных ценовых категорий. Наши очки пропускают здесь ультрафиолет. Чем грозит покупка очков на раскладке? Человек слепнет. Разбор полетов от дизайнера. Какие очки подойдут вам и на кого с политиков лучше не равняться? Это так безвкусно и так неинтересно. UV-400. Запомните эти символы. Такая надпись на очках говорит, что они 100% защищают от ультрафиолета. При покупке любых очков, даже с раскладки, надо их проверять, на сколько они пропускают, либо не пропускают ультрафиолет. Ультрафиолет – вселенное зло для ваших глаз. И внимание, если очки темные, это не означает, что они защищают вас от ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет обладает действием жестоким, агрессивным, назовем его так, на среды глаза, на хрусталик, на роговицу, на сетчатку. И это не означает, что у вас в ближайшее время возникнут какие-то осложнения. А теперь представьте, если очки не защищают от ультрафиолета, но они достаточно темные. Дешевая пластмасска не задерживает ультрафиолетовое излучение. Чем вызывает, может вызвать ожог сетчатки, может вызвать повреждение хрусталика. Последствия – букет глазных заболеваний. Если же возникает катаракта, человек слепнет, но его можно спасти с помощью искусственного хрусталика. Операция распространенная, но операция есть операция. Подобрать правильную форму очков – это целое искусство. Мне поможет человек, у которого три десятка этих аксессуаров. Хотите попробовать? Ну, давайте. Сейчас. Ну, почти. Ну вот, исходя из того, очки Сержа Смулина мне идут или нет? Я в тренде, трендовый чувак или так слабенький? Знаете, есть такая реклама у этого бренда, который вы сейчас надели.
Да идет всем. Серж Смолин – человек, который следит за последними новинками моды и уже знает, как вам выглядеть в этом году на все 100. Мучиться картухи сейчас очень в тенденциях. Чтобы на всю лицо. Маски. Да, очки-маски, они должны быть крупные. Серж посоветовал классику – капельки или очки американского копа. Должны быть зеркалки. И чем ярче цвет такой, ярко-кобальтовый, синий, голубой, вот это тенденция. Зеркалка сейчас – это очень круто. А вообще важно подбирать форму очков под форму лица. Если у вас овальное лицо, вам повезло, вам подходит любой тип очков. На круглое лицо подбирайте прямоугольные очки. У кого прямые там формы лица, там острый нос и так далее, должны быть, представьте, на острый нос, там, да, гордость аристократа, надеты круглые очки, некрасиво. Должны быть более прямые, четкие линии. Треугольным лицам в самый раз овальные формы и очки кошечки. На продолговатое лицо большие, круглые и квадратные очки. Теперь переходим к тяжеловесам. Ага. Узнаете, дядик, тетик? Ну вы так быстро трусите бумажкой, что не очень. Мы с Сережей решили устроить разбор полетов политикам в очках. Кто же большой модник, а на кого вам равняться не стоит? Арсен, честно вам скажу. Ну на торс не задивляемся, не дивимся. Я вообще о истории его очкаристости. Мне вообще не нравится его тенденция, как он выбирает себе оптику. Это так безвкусно и так неинтересно. То есть оно не то чтобы не подчеркивает, оно просто гробит. Хотя он этого не понимает. Это был последний эфир программы «Абзац» на новом канале. Спасибо. Дресс-код дизайнера прошли только Юля, Олег Лешко и бывший наш. По дороговизне, конечно же. Послушайте, здесь золотая оправа. Здесь прекрасно сделанный костяной заушник. Это видно невооруженными глазами. Они стоят очень дорого, это золото. Не золотым батоном одним. А что скажет профи про нашумевшего спасателя Катманду? Зарян Скиряк. Послушайте, сейчас, очень сложно, конечно, их еще нужно чесать и вычесывать. Они же пришли с леса, но он застрял, понимаете, он там застрял. В 90-х. В 90-х, посмотрите на эти очки. Он думает, что он на Бельмондо похож. Мода модой, но все-таки безопасность очков прежде всего. Пришла пора проверить, насколько качество зависит от цены или не зависит. Проверять будем на специальном аппарате. Такие есть в оптиках и спецмагазинах. Вы, кстати, можете тоже свои здесь проверить. Что умеет этот аппарат? Просветите очки и просветите меня. Аппарат определяет, какое количество ультрафиолетов могут они не пропустить, либо пропускают. Напомню, я купил детские очки за 25 и 80 гривен. Прихватил с собой и обычные с уличной раскладки за 150 гривен. Взял подделку на известный бренд за 500 гривен. И вот еще одна. Парочка дорогущих брендовых очков за 5 штук гривен. Одолжил. С них и начнем. Ноль. Если очки хорошие, на экране будет циферка 0. Если больше, то очки будут вредить вашим глазам. На очереди подделка на известный бренд за 500 гривен. Наши очки пропускают здесь ультрафиолет. Какая-то проблемочка. Будет небольшой процент, но он достаточно вреден для глаз будет. Особенно в яркое солнечное лето. Вот так вот! 500 гривен, между прочим, это не маленькие деньги. А что скажут очки за 150 гривен? С раскладки. Тут вообще никакой защиты нету. С ума сойти, 80. То есть здесь просто их нельзя носить. Это большой вред для глаз. Считайте, что в этих очках вы как голые. На них вы, может, и сэкономите. Но потом придется тратить денежку на лечение катаракты. И, наконец-то, дешевые детские очки. Здесь хорошая защита. Несмотря на то, что это не просто то, что последняя они 25, дешевка. Да, за 25 гривен, но ультрафиолет эти очки не пропускают. Хотя качество пластика, конечно, такое ненадежное, хлипкое и опасное для детей. Не пропускают ультрафиолет и детские очки за 80 гривен. И качество пластика там получше. Друзья, носить очки надо. Они защищают сетчатку ваших глаз от ожогов и никаких морщин не будет.
помните, экономить нельзя. При нынешнем курсе очки не могут стоить меньше 1000 гривен. Ой-ё.